Добрый вечер. Мне очень приятно видеть продолжение проекта, который начинался в нашем маленьком музее. И, в общем, мы, наверное, не могли даже предположить, что через какое-то время, достаточно быстрое, появится новая выставка. И очень приятно, действительно, что это не просто выставка, а это попытка проанализировать то, что происходит сегодня в Перми, то, что происходит с пермскими художниками, найти новые имена. И очень приятно видеть такие молодые лица сегодня здесь, потому что именно когда мы смотрим сегодня на эту выставку, мы понимаем, что современное искусство — это действительно современное искусство. Это не просто какие-то сложные формы, сложные смыслы, но это просто современники, наши современники, действительно молодые люди, которые сейчас здесь с нами, и которые просто так сегодня могут вам всем рассказать о том, почему они занимаются искусством и что они хотели вам этим сказать или что они хотели там выразить. Спасибо большое, что вы пришли. Я очень надеюсь, что этот проект будет развиваться и что действительно появится новый пермский миф. И что мы сможем поддержать художников, не только выставляя их в музеях, но и коллекционируя это искусство. Спасибо.